Это я, кстати, зашел. Извини, что без вилки, возьмем твою. Спасибо. И кетчуп там еще подай мне. Ага. Как ты после этого есть собираешься? И как тебе кусок горла полезет, не понимаю? Хочешь посмотреть? А ты посмотри, как твой лучший друг в метре от изобилия слюной зайдет. Друг? Для меня хан Батый лучший друг. Кстати, о Батые. Я ж тебе твою цацку принес. У цыган купил? Или в детском мире? Да ничего я не покупал. Жень, твоя цацка, разуй глаза. Не ори. А что, Сашка услышит? Да нет, нет ее. Слушай, правда что ли? Так это ж что? Это мой подарок. Точно. А Кристинка? Слушай, ты не с трупа снял? А то себя останется. Долгие дела. Да. Что ж Сашке-то сказать? А ты так и скажи. Я квакуша дал, а он ее отдал кому-то. Или нет? Лучше соври что-нибудь. Коробку кинь. Угу. На. Нет, уж лучше пусть полежит до дня рождения. Хороша ложка к обеду. Не ложка, а вилка. Зараза ты! Ну, иди хоть сковородку помой. Зачем помой? Тут еще масло полно. Дай хлеба. Вчера я был беспечным, плевал свысока на приличие и так, и в порядочных компаниях, и при жлобах. Вел себя я хуже, чем панк, видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной, гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном НЛО. А может быть, сном, с небывалым сюжетом и веселым концом. Ой, Кристин, я все поняла. Ты выбросила не ту коробочку. Молодец, сестренка. Только мне от этого ни горячо, ни холодно. А может быть, ее пойти и поискать? Угу. Точно. Поищи, поищи. Я тут на кухне бутерброд оставила. Вмиг смели. А тут кулон за полштуки баксов. Не на кухне, а на улице. Угу. А ты ж правда? Дорогая, да? Дорогая, дорогая.
неудобно. Кокуша подарил. Что ему теперь скажем-то, а? Ты при чем покушать здесь? Ой, мамочки. А ты знаешь, что Верегин подарил книгу институту? Да при чем Верегин здесь? Боже, дорогую! Ну что значит тоже, а? А то, что нам может быть стоит, как 10 твоих кулонов, понимаешь? 10 твоих кулонов. Ты врешь ты все. Таких правда, книг правда. Не бывает. Бывает. А Коновал сказал, что бывает. Книга, правда, очень дорогая. И откуда ты вообще все это знаешь? Ну так случилось, что я имела к этому отношение. Врешь ты. Косвенная правда. Так. А ну рассказывай. Не увиливайте, Адольф Рувимович. Отвечайте прямо, почему вы приняли решение в обход моего мнения? Да потому что я не обязан отчитываться перед вами по каждому пустяку. Что сдавать заочникам зачет или экзамен, это мое личное пока дело. Пока я тут декан, это и мое дело тоже, что сдавать заочникам. Тамара Алексеевна, ну вы же сами решили, что я, как ваш зам, курирую вечернее и заочное отделение. А теперь сами же вмешиваетесь во все мелочи. Извините, но я не вижу здесь никакой логики. Или, может быть, Стоп, вы хотите сказать, что это женская логика? Я этого не говорил! Но ведь хотели же, не отпирайтесь, теперь мне все понятно. Вот оно, оскорбленное мужское самолюбие. Видеть во мне не декана, а женщину. Да никого я в вас не вижу! Ох, не видите! Нет! Мое почтение, Лидия Михайловна. Добрый день, Андрей Константинович. Тамара Алексеевна просила зайти. Подождите секундочку, у нее шанс. Шовинизм абсолютно противоречит моей природе. Шовинизм! А я говорю, что будет экзамен, а не зачет, потому что это правильно. И никакой мужской шовинизм здесь ни при чем. А вот дверью хлопать не надо. Мы еще с вами договорим. Да. Тяжелый случай. А может, это любовь? Ау. Нет, не думаю. Хотя, вы знаете, может быть, вы и правы. Знаете что, Андрей Константинович? Мне кажется, вам стоит поговорить с Шатцем, а я поговорю с Тамарой Алексеевной. А то от этой их любви вместо института одна воронка останется. Павел Ильич, мы же просто теряем время. Павел Ильич. Во-первых, здравствуй, Валера. Здравствуйте, Павел Ильич. А во-вторых, насчет времени ты абсолютно прав. Нет у меня его. Павел Ильич, вы же акционер. Тихо. Павел Ильич, как гласит народная мудрость, каждую секунду из стакана с водкой испаряется 42 молекулярных слоя. А с маслом дело обстоит еще хуже. Тут бабки испаряются. А нам-то нужно, чтобы этот драм-кружок Верегинский испарился. Тихо. Не все так просто. Павел Ильич, вы же акционер. Это ты акционер. А я проректор. Понимаешь? Нет, Тамара Алексеевна, нет. Я не собираюсь менять своего решения. И не надо за мной ходить. Я спешу. Вот именно. Спешите. Спешите принимать необдуманные решения. Здрасте. И не хотите этого признавать? Еще ни разу в жизни я не принял необдуманного решения. Это противоречит моей природе. Павел Ильич. Акционер, говоришь? А ты вон, ну вот декана себе в долю возьми. Ситникову? Ага. Может, вы еще Шатца посоветуете? Нет. Шатца нет. Если она его догонит, то Шатца не будет. А Ситникова, если она за что возьмется, то, понимаешь? То есть вы хотите сказать, что если она решит разогнать этот театр, то… Тихо. Я это не говорил. А как же не получится выгнать Верегина с театром-то оттуда? Ты акционер. Ты и думай. Павел Ильич, вы же тоже акционер. Тихо. Думай. Вот то, что я рекомендую прочитать по нашей вчерашней лекции. Вот это все? Ну что, это минимум, который необходим вам, чтобы вы, так сказать, свободно плавали в материале. Вы знаете, Кристина, мне очень приятно, что молодое поколение, первокурсники, особенно первокурсницы, так живо заинтересовались моей вчерашней лекцией по библиографии. Извините, Владимир Максимович, да. На прошлой лекции вы нам показывали такую старинную книгу, там еще про дворян. А, история дворянских родов России в жизнеописании. Да, я ее имею в виду. Скажите, а можно мне ее взять? Голубушка, это большая редкость, мы их на руки не выдаем. Ой, как жалко. А я слышала, что у этой книги есть еще второй том. Абсолютно верно, есть второй том. Скажу вам больше, есть у нас в библиотеке, это большая ценность.
Да вы что? Представляете, вчера Андрей Константинович... Веригин. Подарил нам второй том этой книги. Это большая ценность. Так уж и подарил. Именно что подарил. Так она же очень дорогая. Ну это просто большая ценность. А сколько она стоит? Ну, я думаю, нельзя ни продать, ни купить. Спасибо. Пожалуйста. А книги? Голубушка, остальные? Ну, постепенно. Я девушка хрупкая, мне еще рожать. Хорошо, они вас будут ждать. Заходите к нам почаще. Непременно. Да. Кажется, я был сегодня излишне раздражителен. Да? Нервы. Вы позволите? Да, конечно. Вы простите, Андрей Константинович, что вам пришлось стать свидетелем этого безобразия. Пустое, Адольф Ильич. Я-то здесь при чем? А вот Тамара Алексеевна... Андрей Константинович, пожалуйста, не будем о ней! Лидия Михайловна, вам, извините, больше заняться нечем. Я даже слышать о нем не хочу. Вас Адольф Рувимович как что-нибудь втемяшет себе в голову, с места не сдвинев. При этом колючий, как репейник. Что, уже и пристает? Адольф Рувимович, ваша жизнь, как и жизнь Тамары Алексеевны, это работа. А что вы предлагаете? Что вы предлагаете, Андрей Константинович, что? Ну, съездите на природу хотя бы. Зимой? Зимой, на лыжах, с ветерком. С ветерком. Можно и с ним. С ним, с Фацем? Заметьте, это вы сказали. Ну, если не хотите с ней на лыжах, Кусково, с ветерком, просто сходите с ней куда-нибудь. В ресторан, в музей, в театр. О, Адольф Ильич, пригласите ее в театр. Андрей Константинович, бог с вами, какой театр? О чем вы говорите? Ладно, мне пора. Андрюша, как я к ней подойду, а? Адольф Ильич, ну это как раз проще простого. Хотя бы для того, чтобы извиниться. Да перестаньте вы, Лидия Михайловна, о чем вы? Он теперь вообще меня будет избегать, я на него так накричала. Институт маленький, жизнь длинная, встретитесь еще. Не приведи, Господи. Понимаете, он видит во мне не декана, а женщину. Да? Это тяжелый случай. Знаете что, Тамара Алексеевна? А вы в отместку, чтоб ему насолить, постарайтесь увидеть в нем мужчину. Как? Ну, извинитесь для начала. Они это любят. Короче, Вадос, мы с тобой говорим Борюсику, что завтра первой пары не будет. Да ты что, правда? У тебя будет, и у меня будет, а у него не будет. Ну а что так? Вадос, первой пары завтра не будет для тех, кто ходит на репетиции. Таким образом, этот драм-кружок вылетит к Катерине Фенич. Подожди, Валер, ну а завтра же первой пары у нас Ситникова, у нас история мировой экономики. Тихо, вон она идет. Тамара Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, ребята. Тамара Алексеевна, извините меня. То есть я хотел сказать, извините меня за мое сегодняшнее недостойное поведение. Бывает, Адольф Рувимович. Вы уфтов и меня извините, что я не сдержалась. Ну что? Ну, хотите, чтобы заочники сдавали экзамен, а не зачет? Пожалуйста, в конце концов, это ваше личное время. Да. Тем более, что на зачет времени уходит гораздо меньше, чем на экзамен. Это вы к чему? Я просто подумал, что... На чем бы я ни остановился, на экзамене или на зачете, оставшееся время можно посвятить тому, чтобы съездить за город, на природу. Или сходить в театр, и ближе, и с пользой. Это вы, Адольф Рувимович, со мной своими мыслями делитесь, так?
и мыслями, и приглашением. Может быть, сходим вместе? Давненько меня на свидание не приглашали. И встретимся у памятника под часами, так? Да, как хотите. У памятника, так у памятника. Только этого мне еще не хватало. А у какого памятника-то? Red Blue Warriors! Red Blue Warriors! Борюсик. Ребят, привет, Борюсик. Ребят. Я за книжками. За какими книжками, Борюсик? Мы же здесь и так все начитанные. Да я просто забыл при переезде, а потом все никак не мог забрать. А ты попозже не мог прийти еще? Ребят, я на репетиции был. Вы все равно не спите. Вот и не спим, потому что заснешь тут, когда все по ночам тут шляются за книжками. Борюсик, накачь. Не-не-не-не-не. Давай, с нами. Я не буду. Завтра просто первая пара. У вас, кстати, тоже, а вы все бухаете. Так мы ж за это и пьем. Ты что, не знал, что первой пары завтра не будет? Как не будет? А вот так не будет. Ситникова повесилась в подземном переходе. На подтяжках шаться. Прочитала, какую дрянь он нам читает, и повесилась. Очень смешно. Очень. Ладно, Борис, все, иди, утомил. Иди да. Ну и пожалуйста. Red Blue Warrior! Ты мне все обломал. Ну я же не знал, Валера. Блин, какая идея была. Я хотел, чтобы завтра на лекцию его сослуживцы только пришли. Какие сослуживцы? Да те, которые с ним в этом захудалом драм-кружке. Подожди, но первой пары же завтра не будет? Вот именно, что не будет. Так вот они завтра туда бы и приперлись, понимаешь? Алло. Алло. Алло, ты не спишь? Ситниковой завтра не будет. Ситниковой завтра не будет. Все, пока. Red Blue Warriors, давай еще по маленькой. Red Blue Warriors! Женя, очень кстати, хотел с вами поговорить. Современная молодежь, она в театры ходит? Ходит. Исходно. Тут ко мне приехали родственники. Я хотел бы их куда-нибудь сводить. Куда бы вы мне посоветовали? В Ленком. Ну да, приезжие любят туда ходить. Там звезды все. А сколько туда билеты сейчас стоят? Не знаете? Ну, если в партер. Ну да. Хорошие места. Ну да. Ну, 1500-2, может быть. Один билет? Ну да, сейчас такие цены. Я вот тут одной родственнице, ну, Сашке, подарок купил. Безделушка, кулончик. Так пятихатку баксов выложил. Женя, извините, а пятихатка это сколько? Ну, чтобы я понял. Ну, корень, четверти миллиона. $500? А что делать? Сейчас такие цены, не угнаться. Вот именно, Женя, а вы все пытаетесь. Все халтурками какими-то занимаетесь. Скоро вы скобки будете с сомнением раскрывать. Адольф Рымович, чтобы наукой заниматься, надо на что-то жить. А то ни билет в театр, ни кулончик любимый. Не все в этом мире деньги, Женя. Да, но много. Ох, Антон! Привет. Паркин. Отсутствует. Плюхин. Плюхин. Я. Очень приятно. Прифина. Нет. Ревенко. Отсутствует. Тимофеева. Отсутствует. Теплякова. Отсутствует. Тимофин. Я. Слава богу, хоть кто-то есть. Что же случилось, я не понимаю. Репетиции, Тамара Алексеевна. Какие репетиции? Да в театре у Веригина. Репетиции заканчиваются поздно, первая пара начинается рано. Служители искусства. Нежные, ранимые натуры. Это возмутительно. Не допустим. На моем факультете я не допущу подобного развития. Вам понятно? Доброе утро. Лидия Михайловна, просили зайти? Здравствуйте, Андрей Константинович. Вот вам письмо заказное пришло. Распишитесь. Пожалуйста. Так, давайте. Нет, я этого не понимаю. Не приходите нести в чуть. Что это? Не обольщайтесь. В этот раз возмутите спокойствие, не шаться. Слава богу. Там прогульщики.
Здравствуйте, Андрей Константинович. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Андрей Константинович. Борис, ну, расскажите, что случилось. Понимаете, Андрей Константинович, нам сказали... Лидия Михайловна, вызовите ко мне Берегина. Да-да. Андрей Константинович, это не я. Это... Разрешите? Андрей Константинович, вот список студентов первого курса, которые пропустили сегодня мою лекцию. Ознакомьтесь, пожалуйста. Угу. А теперь вы понимаете, почему я вас вызвала? Угу. Очевидно, в связи с тем, что все эти студенты одновременно являются актерами факультетского театра. Точнее и не сказав. Видите ли, они позволяют себе не ходить на занятия, потому что репетиции поздно, а первая пара рано. Прошу прощения, Тамара Алексеевна. Это они сами вам сказали? Нет. Они вообще несут какую-то чушь. Какие-то смс-ки, якобы в деканате сказали, кто-то кому-то сказал, что видел даже объявление. В общем, черт ногу сломит в этом разбираться. А может, все-таки попробовать? Ну, вы знаете, я не возражаю. Если вам охота разбираться в плохо придуманном вранье, разбирайтесь. Понимаете, Андрей Константинович, у нас здесь не институт театральных искусств, а факультет экономики и финансов. Угу. Тамара Алексеевна! Тамара Алексеевна, кто дал вам право забирать студентов с моей лекции? Они опоздали к началу и заявили, что вы их вызвали к себе. У нас тут, слава богу, не режимное заведение. Абсолютно с вами согласна, Адольф Владимирович. Форменное безобразие. Вот именно об этом мы сейчас с Андреем Константиновичем и говорим. И опять эти пустые словеса. Вы же понимаете, что с этим пора кончать, конечно, наконец. Вот сегодня я и закрою. Студенческий театр Андрея Константиновича. И тогда студенты будут ходить и на мои лекции, и на ваши. Тамара Алексеевна, при чем здесь театр? Вы опять путаете причину и следствие. А это, извольте вам заметить, авторитаризм. Прежде чем что-либо закрывать, надо хотя бы посмотреть, что вы закрываете. А, то есть вы предлагаете мне все-таки посмотреть? Я предлагаю не уподобляться инфузориям. Отлично. А вы, кажется, Адольф Рувимович, приглашали меня вчера в театр. Ну так вот пойдемте сегодня и посмотрим в 18:00. Тамара Алексеевна, у меня, к сожалению, завтра, сегодня пара у вечерников. Угу. Прошу прощения, Тамара Алексеевна, но в 6 часов сегодня действительно неудобно. Угу. Дело в том, что главная актриса в это время должна быть на лекции. Вот что и требовалось доказать. Театр и учебный процесс несовместимы. А кому именно? Из нас вы это говорите, Тамара Алексеевна. Сегодня в 18:00. Какая показательная репетиция? Она же уже была. Точнее, не было. Так кто, то Гусев назначал, а это Ситникова. Ой, Вовка, она зверь. Правда, расчихнул. Да? Когда, говоришь, она? Сегодня ровно 18:00. Аш! Аш! Да-да? Здравствуйте. А, Кристина, проходите, пожалуйста. Чем могу помочь? Андрей Константинович, я хотела вас поблагодарить за мою сестру. Спасибо вам большое, что выручили ее. Да ну, не стоит. А вам дорого это стоило? Простите? Я имею в виду платье, которое вы подарили. А, вы об этом? Ерунда. Ой, извините. Да вы проходите, пожалуйста. Спасибо. У меня телефонный разговор. Присаживайтесь. Угу. Oui. Bonjour. Je suis très heureux de t'entendre. Угу. Comment? J'entends pas. Le téléphone est moche. Minute. Ага.
Abre encontrado el lugar. Bueno, ¿cómo piensas? ¿Será oído mejor en español? Es una broma, sí. Sí, he recibido la carta, muchas gracias. Sí. Ahí está lo que esperaba, es muy a tiempo. ¿Qué? Todo está bien. Oye, perdona, pero estoy ocupado, te llamaré por la tarde. Gracias, que te vaya bien. Я совсем забыла, мне нужно... Кристина, передайте, пожалуйста, Кате, что сегодня в 6 часов у нас показательная репетиция. Хорошо, Андрей Константинович. А во сколько? 18 часов. А, хорошо. Как Катя не может? У нее занятия в это время? Я знаю. Я уже договорился с Адольфом Руиновичем. А, хорошо. До свидания. До свидания. Павлович, спасибо вам за совет. Дело на мази. Подожди, Валер, какой совет? Как какой совет? Ситниковый совет. Она теперь прикрывает этот драм-кружок. Во-первых, я здесь ни при чем. Во-вторых, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И в-третьих, она сегодня будет смотреть на их художество. Да ладно, ладно. Заказывать фуру. Подожди, чего? Фуру с маслом, чтобы смазать это дело, когда они вылетать будут из этого кружка. Павлович, ладно вам. Чего вы? Я заказываю. Я сказал тихо. Здрасте. 2-3 дня ничего не решают. Фиоза. Алло, Ромочка, привет. Да, все остается в силе. Ой, а я в 6 не могу. Ну, ты погуляй пока. Сам говорю, погуляй. Да, Ром, слушай, у меня дел полно сейчас. Ну, ладно, все, давай. Люблю, целую, пока. Торопись, тихо. А у меня уже край. Занято, блин. Валер, зачем так подставлять с первой парой? А? Зачем? А ты слово шутка, понимаешь? Ну, понимаю. Но ты же поставил не только меня, ты же... Вот пускай тогда и они поймут. Ну, ты же сказал, что... Что? Что Ситникова повесилась на подтяжку? Ты лоханулся. Погоди, ну, ты же сказал Вадику, что хотел, чтобы на первую пару заявились только актеры театра. Я? Вадику? Когда? Ну, я случайно подслушал. Что? Что ты сделал? Подверю, когда ушел. Что ты сделал? Подслушал? А ты знаешь, что подслушивать нехорошо? Знаешь? Знаю. За это можно не только от Ситниковой, а от меня еще по морде получить. Валера! Валера! Эх, Валера, Валера. О, супчик готовишь? Супер. Да. Что-то мне на горяченькое потянуло. Так. Пересолила. На горяченькое или на солененькое? Да ну тебе. Слушай, Верегин просил передать, что у тебя сегодня репетиция в 8. 8? Угу. Отлично. 0-0. Отлично, я тогда успеваю на первую пару в 6. Плохо, да? Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни. И гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Это Шекспир. Остро и современно. Андрей Костянтинович, Кати нет. Я не знаю. Номер 320. 320. Да там и все знают. А заказчик Тимошин. Валерий Тимошин. Должность? Давайте я вам другого заказчика дам.
Гусев Павел Ильич. Должность проектор. Да, когда будет? Отлично! Отлично, спасибо, до свидания. Молодец! Братан! В общаге нет. Может, на лекции посмотреть? Будь добр. Как голубя среди вороньей стаи. Ее в толпе я сразу отличаю. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. Любил ли я хоть раз до этих пор? О, нет! То были ложные богини для истинной красы. Не знал до ныне. Увижу ли я свою любовь? Найду ли? Не испугаюсь ли? Предчувствие подсказывает, что Джульетта там. Нет! Там. Не прячься. Джульетта. Джульетта, не прячься. Любовь моя, выйди к нам. Мы тут с друзьями. Мы тут с друзьями. По-моему, я это уже слышала. Андрей Константинович, вам тоже неинтересно. Девочки, еще вынужден признать, что на этом показательная репетиция. Как голубя среди вороньей стаи! Ее в толпе я сразу отвечаю. Продолжайте. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. Надо полагать, Ромео и Джульетта. Да, это их первая встреча на балу. Я про пьесу, Андрей Константинович. Что происходит на сцене, я и так вижу. Он ваших рук рукой коснулся грубо. Вот с губ его теперь весь грех и снят, да. Зато мои впервые им покрылись. Ха-ха. Так дайте же его ему назад. Мой друг, где целоваться вы учились? Девушка с характером. Вот он. Сдавайте работы, пожалуйста. Возьмите. Григорьева, а чего вы не на репетиции? Так я сейчас иду. Интересно. Почему же тогда Андрей Константинович за вас просил? Что? Сдаем, сдаем работы! Пью за тебя, любовь! Я умру. А?
Растертый на земле Ромео, муж Джульетты. И она, жена Ромео. Я тайно их венчал. И если в происшедшем виноват я сколько, то пусть мой век укоротят в угоду правосудию. За несколько часов перед концом нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ну вот видите, вы без меня все знаете. А вот девочка эта, что Джульетту играла, она тоже актриса, да? Студентка первого курса. Теперь понятно, почему ей некогда ходить на мои лекции. Кристина Григорьева была сегодня на вашей лекции. Вы можете проверить по спискам. Ну ладно, ладно. Ой, что вы мне с вами делать? Вам понравилось, Тамара Алексеевна? А вы думаете, я не в состоянии оценить что-то новенькое, неординарное? Ошибаетесь. Значит, вам понравилось? Ну, в общем, я не против. Благодарю вас, Тамара Алексеевна. Но только чтоб не в ущерб учебе. Нет повести печальнее на суше, чем повесть о Кристине и Квакуше. Ну как? Поздравляю. Кристина, откуда вы знаете роль? Ну, я же поступала в театральный. Андрей Константинович, я, извините, я думала, что репетиция в 8. Ничего, Катя, все обошлось. А что, вам Кристина ничего не передавала? Передавала. Но она сказала, что 8. Я сказала? Я сказала 18. Катюш, ну ты со своими уборками, репетициями и вечерами вообще с ума сойдешь. Извините, Катя. Кристина, можно вас на минутку? Валюженич. Да, Павел Ильич. Что так поздно-то? А, репетиция была, Павел Ильич. Тамара Алексеевна устраивала. Да? Ну и как? Ей понравилось. А что вы репетируете? А, Ромео, Джульетта. Ого. Кого репетируешь? Кормилицу? Не, вы что, я по свету. Ладно, когда сам кормилицем станешь. Когда учиться начнешь, понимаешь ли? Да я, Павел Ильич. Все, все, я не об этом. Тьфу, черт. Слушай, ты в общежитии живешь? Да. Тимошина знаешь? Конечно. Значит так, передай ему, чтобы завтра в 9 был у меня. Хорошо, передам. Ой, а у нас же завтра первая пара. Это у тебя пара, у него нет. Да, и чтоб балалайку свою включил. Хорошо, передам. Давай. Да, а кто автора Ромео и Джульетта? Кто пьесу написал? Шекспир, Павлович. А, памятник Ленина, птицы обгадили в Рязани весь. Весь. Давай. Жир! Борюсик пришел. Опять бухаете? Не опять, Борюсик, а снова. Бухаем. Давай, Вадян, за успех нашего бизнеса. За успех. Тебе, кстати, просили передать, что завтра первой пары не будет. Борюсик. Ну придумай что-нибудь пооригинальнее. Это же мы уже проходили. Не-не-не-не-не, серьезно? Гусев сказал? Да, а ему сам министр образования, да? А ему сам Путин. Сядь, выпей с нами. Давай с нами. Не-не-не-не-не-не-не. Давай-давай-давай-давай. Давай. Да, кстати, и телефон свой включи. Телефон. Сейчас, погоди, пойду позвоню. О, проректор звонит. Давай выпьем, проректор.
сделал-то? Ты что, мне телефон испортил, что ли, слышишь? Ладно. Ты новый себе купишь. Да, и то правда. Давай выпьем. Давай. Водос. Братан. Адольф Рувимович, а вы, оказывается, тоже еще здесь. А я думала, я одна тут осталась. А я думала, что я один такой ненормальный, все время допоздна остаюсь. Я что-то опять не то сказал? Да нет, вы все правильно сказали. Я вообще уже думаю, на работу выйти пора переезжать. Действительно, утром проснулся, помылся и уже на работе. Да, вот только вот жалко, на работе душа нет. А так бы можно было бы задуматься. Что тут думать? Я думаю, надо переезжать. Компания у нас здесь хорошая. Я вас провожу. Прошу. А я, знаете ли, только в ТОС репетиции. Да? Ну и как вам? Вы знаете, мне понравилось. Шекспир в постановке, Верегина, ну, конечно, не узнаваемый. Я рад, что вам понравилось. Жаль только, что я не смог. Твоя любовь, игра напрасной клятвы, когда во вред для будущих она, когда во вред для любящих она твой ум. Здрасте. Это 320-я комната. Совершенно верно. Куда разгружать будем, командир? Я вас не понимаю. Чё ты тормозишь-то? Он же это, ну как их тут обозвали? Препод. А, тогда слушай сюда. Все эти присадки, масла, все по накладной. Ферштейн? Заказ называется. Вы позволите взглянуть, что у вас там в накладной написано? Здесь много чего написано. Ну, хотя бы на чьё имя наряд. Тимошин и Гусев. Может быть, Гусев? Ну вот, а говорит, не понимает. Куда разгружать будем? Видите ли, господа, здесь уже другая фирма. Да, у вас тут фирма развелась, как собак нерезных. Вы тоже это заметили? Похвально. Так вот эти господа... Кто? Тимошин и Гусев? Гусев. Переехали и находятся в кабинете проректора. О, как. Растут, значит. Не могу об этом судить. А это где? А это вы сейчас выходите на третий этаж, по коридору и направо. Ладно, пойдем. Ну, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Гусев. Мужик, попридержи дверь. Заказ пришел. Какой заказ? Ты что, этот? Получай. Привожу. Объясните, что происходит? Ты кто? Тимошин или Гусев? Гусев. Эй! Объясните, что происходит вообще? Мы так не договаривались. Расслабься, командир. Договаривались вечером, привезли утром. Тебе же лучше. Подождите, вы... Попридержи лучше дверь, препод. Вы мне... У нас все по накладной. Все, что нам у нас накладной есть, мы вам все доставили. Все, а остальное лишнее вам мы не привезем. Куда? Вы мне за это ответите.